В Ивановском драматическом театре премьера. В канун Нового года актеры подготовили для детей спектакль «Щелкунчик». Около 10 лет назад ивановская сцена постановку этой сказки уже видела. Но на этот раз усилиями режиссера Романа Родницкого бессмертное произведение Эрнста Теодора Амадея Гофмана заиграло другими красками. Мне хотелось сохранить гофмановское настроение. Для меня вообще, наверное, сказочники с детства всего два – это Гофман и Андерсон. Потому что они, кроме в их сказках, кроме интересного сюжета, заложены какие-то мысли, которые, ну, мне, по крайней мере, помогают жить до сих пор. Спектакль «Щелкунчик» рассчитан на детей школьного возраста. Сказка заставляет ребят думать, рассуждать, сопоставлять. В постановке задействовано 10 человек, в основном это молодые актеры. Посмотри, какой у него печальный вид. Да. Отчего? Ему, наверное, было душно в бумаге. Нет, он так ловко щелкал орехи, что поломал себе зуб. Дети смотрели спектакль с интересом, переживали за судьбу главных героев Щелкунчика и Мари. Несмотря на большую продолжительность сказки, ребята заскучать не успели. Мне очень понравилось, мне кажется, очень интересно и очень много спецэффектов и очень красиво сделано. Костюмы были очень красивые, нарядные, разнообразные и как бы... даже яркие какие-то. Завершилось новогоднее представление интермедии. «Мышиный король» и его козни остались в прошлом. А дети вместе со своими любимыми сказочными персонажами стали танцевать возле елки. Любовь Почерникова, Сергей Коликов, РТВ Иваново.